В Москву прилетел министр иностранных дел Японии Таро Коно. Завтра состоится его встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. И все это в рамках подготовки визита в Москву премьера Японии Синдзо Абе. Уже известно, что японская страна планирует отказаться от совместной пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова и Коно. Но при этом готовит какой-то закрытый брифинг. В нашем МИДе на этот факт обратили внимание и высказали недоумение, особенно на фоне того, как активно японская страна продвигала в публичном поле свою версию решения проблемы Курильских островов. Между тем, в Москве считают, что решение проблемы между Россией и Японией требует доверительного и открытого диалога. Кирилл Брайнин анализирует ситуацию. Полковник в отставке, участник русско-японской войны. 905 года, что ли? 45-го. Совсем упрострал. Чего? Я Муданзян взял. Возможно, на обывательском уровне, но все же этот эпизод из трагикомедии «Небеса обетованные» вполне отражает историю отношений России и Японии в ушедшем веке. Две войны, первая в 1905-м, начать которую стране восходящего солнца не помешал трактат о вечной дружбе, вторая в 1945-м, когда Советский Союз освобождал Китай от японской интервенции. Китайский геноцид, то, что делали японские войска в Китае, там цифры сопоставимы с потерями, всеми нашими потерями во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны. Там больше 20 миллионов китайцев просто вырезано было. А еще бои при Халкинголе в 1939-м, ну и вряд ли кто-то забыл о союзе Японии с гитлеровской Германией. По итогам Второй мировой, это решение Ялтинской конференции, Советский Союз вернул себе южную часть Сахалина и Курильские острова. С Японией подписали декларацию 1956 года, в которой сказано, что в случае заключения мирного договора СССР готов передать соседям остров Шикотан и необитаемую гряду Хабамае. Но и с этой декларацией оказалось не все так просто. Американцы сказали японцам тогда, в 1956 году, что если вы согласитесь на два острова, только откажетесь от требований всех четырех островов, то мы вам не вернем Окинаву. Ну а в 1960 году был заключен новый договор о безопасности между Японией и Соединенными Штатами, который предусматривал сохранение американских войск на японской территории. И вот десятилетиями Россия и Япония живут без мирного договора и ведут переговоры о его заключении. Основа все та же декларация 1956-го. Главы государств Владимир Путин и Синдзо Абе за несколько лет встречались больше 20 раз, говорили о сближении позиций и некоторых успехах в поиске компромисса, но не больше. 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал, давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот, какая идея мне пришла в голову. Давайте заключим мирный договор, ну, не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. Да. А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Год кончился, ничего опять не подписали, но вот недавно японские политики вдруг подумали, что все спорные вопросы почти решены. Мой отец работал над проблемой северных территорий и проблемой мирного договора, поэтому я сделаю все возможное, чтобы решить вопрос и положить этому конец. Я поклялся это сделать на его могиле. Японские СМИ приписывают господину Абе и заявление о том, что после передачи Шикотана местным жителям не придется уезжать. В МИД России тут же вызвали посла Японии и в очередной раз объяснили позицию. Решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях. Должно быть поддержано народами обеих стран и основывается на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над Южными Курильскими островами. Теми, что Япония называет северными территориями. И речь не только о Шикотане и Хабамае. Японцы претендуют еще и на Кунашир с Итурупом. На японских картах они окрашены в национальный цвет. Но острова к северу от этих островов, вплоть до Камчатки, они закрашены не в цвет Японии, но и не в цвет России, а в какой-то третий цвет, нейтральный. И то же самое касается Южного Сахалина. Эти карты свидетельствуют о том, что Япония как-то не до конца признает российский суверенитет над вот этими территориями. Неудивительно, что в Южно-Сахалинске периодически проходят митинги даже против гипотетической передачи хоть одного Курильского острова соседям. Понимаешь, это могут установить военные базы американские на этих островах. Мы знаем, что там перекроется пролив, по которому фарватер для перехода подводных лодок наших атомных. Это важная стратегическая точка России. Плюс планы Токио купить американские ракетные установки «Иджис» наземного базирования, якобы для отражения северокорейской угрозы. Такие уже есть
в Восточной Европе, и они способны запускать еще и томагавки. В общем, фон для очередного раунда российско-японских переговоров, на этот раз министров иностранных дел, которые пройдут в понедельник, мягко говоря, не самый безоблачный. Наверняка там поговорят и о том, почему официальному Токио вдруг изменила знаменитая сдержанность и что заставило побежать впереди паровоза. Кирилл Брянин, Ксения Гомонова, Екатерина Колоницкая и Станислав Оплетин. Первый канал.